Всем привет. В общем, вы поняли, что это будет. Что-то у нее там то ли отвалилось, то ли что, и давай мне бомбить, переделать ей бесплатно. Я и так большую скидку сделала, а сидела как заколдованная с ней. Потом от нее так голова болела сильно, и их еще несколько было, и, короче говоря, это, не знаю, я уже устала ее блокировать, у них там, наверное, куча номеров со всего табора. Мне теперь опять хочет. Короче, надо как-то ей написать, что вы ищите другого мастера или как, я не знаю. Короче, не надо мне тут цыгане никаких. Сегодня поеду пораньше, хочу прогенералить там все. Помыть, убрать. Вот. И полы помыть, потому что была грязная такая погода. И я уже поздно, когда заканчивала, все покидала, побросала. То есть я не мыла там уже после клиентов, надо помыть, приехать. Я еще на той неделе хотела, но не получалось мне никак. Ну и хорошо, потому что были люди, и я снова натоптали. Сейчас надо убраться там хорошенько прям. Вот. Забываю очки взять, мне солнце прям и вот это вот глаза слепит. Короче, у нас с утра летают вертолеты, нас будет, мы уже, Макс говорит, ты не заводи будильник, они ровно в одно и то же время летят. Вечером у нас огоньки летают какие-то, будем так, фонарики их называем. Ой, в общем, кстати, я хотела вам показать, есть ли у нас сахар и мука, и какие цены. Потому что эти дни, как я, ну, была в магазинах, да, сахара не было, вот, ну, уже, наверное, неделю нет сахара. А если есть не в сетевых магазинах, то он стоит в обычных каких-то магазинах, знаете, такие возле дома, которые по 95-96 рублей килограмм.
в сетевых был до вот этой всей операции, да, военной, 45 рублей в магазинах, а сейчас люди говорят 63. Но я его просто вообще не вижу, этого сахара. Магните по 109 уже. Магните по 109? Что-то ты как-то не, по-моему, сейчас вброс, Андрей. Вот делаешь. Когда магните с тобой, там где полки припустые сахара. Ты же видел цену 109 рублей. Пятерочку. Будешь брать тележку? Сейчас посмотрим, есть у нас. Цен нету, выгодно, выгодно. А цен нет, на мука есть. Сейчас, где у нас тут сахар? Ну, впрочем, что и требовалось доказать. Видится? Сахар до сих пор нет. Вот, видите, сахар 59. Кокосовый, зато есть сахар. И тростниковый 254 рубля. Нету сахара. Соль есть. Вот, видите, полки пустые. Мука есть. Маленькая пачка 46. Макфа 148 рублей. Вот. Красная цена 56. Такая 152 экстра. Мука. Селяночка 82. Да, ну, сахара нет. И, кстати, написано на товар сахарный песок тендер 1 килограмм. Не более 5 штук в одни руки. Но его вообще нет. Вот я сколько здесь уже неделю, а его нет. Сахара. Смотрите, здесь тоже полки пустые. Крупа. Крупы нет, гречки нет. Есть мистралевская, только по 147. Все. Привет, Катюш. 103 рубля. Я говорю, вообще нету ни сахара. Я говорю, все. Полки пустые. Вот. Ага, все, резко всем нужно стало. Ой. Вот как бы сами видели. И такая ситуация уже неделю. Сахара нет в сетевых магазинах. Цены не снимала, потому что особо мы ничего так не покупали, не ходили. Но я хочу сказать, что что-то вообще выросли цены очень сильно. В 2-3 раза. Ну все. Зубная паста, та, которую мы раньше, ту, которую мы раньше покупали, стоила там со скидкой. По 86, по 93 рубля, вот так вот. Сейчас эти пасты стоят около 200 рублей. Зубные. Взяли какой-то Аквафреш по 74, что ли, рубля. В общем, вот так. Что-то как-то... Дезодоранты, они и стоили дорого, 200 рублей, там, да, там 180. Сейчас по 256. Вот. Такие шариковые обычные. А сыр почем? Вот этот кусочек российский. Стоил что-то там 45 или 54 рубля 100 грамм. А, ну и сейчас, наверное, дороже. Обычная красная цена, которая в пятерочке. Масло подсолнечное, то, которое стоило 109 рублей, 124 рубля. Ну, масло еще не так сильно, да? Как выживали? Дальше.
повышение этих цен. Кто, знаете, ходит в магазины и даже не смотрит на цену. А мы все равно чувствуем. Причем так конкретно.